Ребенок-инвалид получил телесные повреждения. Инцидент произошел во время урока в коррекционной школе. В сообщении говорится, что учитель ударил мальчика. Проверка данного факта организована после выявления публикации следственными органами в ходе мониторинга СМИ. По данному факту следственным отделом по Искитимскому району регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки. Следователем территориального следственного органа проводится мероприятие, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения. Следователям предстоит установить причины и условия, при которых произошел данный инцидент.